Доброго времени суток. Обещали проверить мою Олю Йокинена, восьмую команду, посложнее себе какую-нибудь 87-ю компьютерную. Вот я его по центру поставил. Вот так сделаем, да. Все, Олю Йокинена тестим. Так, у нас также выпал Адам Фокс вчера, 86-й. И я его в первое звено сразу поставил, а Макарова во второй пока подвинем. Так, ну Зегрос 87-й каприз. Кстати, капризов же можно его прокачать, по-моему, выросла карточка его, я помню. А, он еще ночью обновится. Или не выросла. 87-й выходил, или нет? Нет, это Овечкин вышел, капризов еще нет. Все, переходим. Да, переходим к игре. Так, тест Оли Йокинена. Вот моделька его по центру. Так, какой номер? Я еще это в прошлом году именно не играл, 13 номер. Да, и Фокс у нас. Так, моделька медленная. Ну, Фокс красавчик, как всегда. В ближний подстрелили. Вот Йокинен, на что способен. На пятак не дали выехать. Так, первое впечатление — медленная моделька. Как-то медленно едет. Может быть, синергии нужно ему включить. Я пока играю его без всего. Да, ну смотрите, Фокс сразу отличается тем, что прерывает все шайбы, летящие к нему. Но Мэтис есть Мэтис, второе звено, сразу гол. Опять Йокинен по центру, слева 23-й Фокс, вчера выпал карта 86-я, тоже тест ее проходит, первый матч сегодня играет. Йокин пока не может. Да ёпара, СТ, ну куда-то Хедман прямо в ноги клюшку сунул. Было 3-4 момента. Шайба проходила мимо Фокса, и всегда он ее прерывал. Ни разу не пустил никого мимо себя. Вот тоже имейте в виду, отметьте это. Сузуки на вбрасывание. Ну, вратарь бросок видел здесь. Так, пока отбиваемся нормально. Фокс финтил, но все равно снесли его. Дал под себе пас сделать. Так, лег под шайбу и... Так, меньшинство переходит, еще меньшинство в 5-4, в 5-3 перешло у нас. Хал прорвался. Да, вот в свою зону. Зацепили клюшку. Задержка клюшки соперника тоже удаляется.
у Макара. Сейчас бы убежать один в ноль, конечно, на контратаке. Давай, Хал. Нет? Все, в равных составах? Или нет еще? Нет, еще показывает, что нет. Тревор Зегрес на вбрасывание. Попробуем вантаймер щелкнуть. Нет, не выиграл Зегрес вбрасывание. Зуминкл под Фокса попала. Оли Йоконен. На центре прорвался, шайбу не поднял в девятку. Опять Йоконен на набрасывание. Да, тут хорошо Зегрес подключился. 87-й он уровень. Вот это вот свойство у него offensive 91, по-моему, или сколько. Какая-то хорошая циферка. И поэтому он так подключается к атакам неплохо. Первый звено Йоконен опять по центру. Слева у нас Макар. Фокс отдыхает пока. Так, по-моему, прорвался у нас Капризов, да. Перехватил шайбу, убежал. 3-0. Карточка, как в прошлом году, Капризова рабочая была. Х-факторная, правда. Когда, как я только тот взялся, он пропал. Так, а что четвертое звено вышло? Вообще не имеет права выходить, она для синергии. Надо быстро поменять, то гол пропустит. Да в чем вот логика ей? Выпускать четвертое звено, когда другие все зеленые. Ну, Йоконен плюс какой? Все вбрасывания выиграл пока, но других плюсов нет. Конечно, Мэтчес мне сразу, вот, скажу, лучше, больше нравится. Он мне в первом звене по центру играл. Ну, Фокс убежит. А Фокс мне нравится. Карточка, сразу говорю, управляется обалденно. В прошлом году 86-я карта Фокса у меня очень долго была, полгода, наверное. У меня не было X-Factor его, поэтому я пришлось ей играть. А Йоконен какой-то медленный, вот, ну реально катаешься так. Зегрес проверил ближнюю девятку. Вот Жан. Жан Бельвью и в падении давить пытался. Этого низом бросаете вратарю, он перед собой отбивает, если второй раз на бросок нажимаете, так вот игрок у вас прыгает. Ну все, переходим во второй период, уже тут ничего, броска не будет, понятно. Так, опять у нас Йоконен. Что, разыграется парень? Понятно, что первая игра тяжело еще в команде.
Ух ты, броски какие, а, у него. Да, шайба, вот реально шайба не видно, с кистей было. Ворочек как стоял, так и остался стоять, даже не понял, что произошло. Я вот, честно, даже в повторе шайбу не вижу. Сейчас посмотрим еще раз. Выхватился на убойную ударную позицию, бросок. Хороший бросок. Ну, вратарь, да, открыл угол. Вот так, если смотреть, шайбы не видно. Но техника, смотрите, круг закрывает. И, по-моему, вообще четко попал, четко, да, в девятку. Паутинку снял, как говорят, смотрите. Я даже не могу на повторе так, да, паутинку снял. Ну, практически. Классный бросок, Йоханина. Дальше идем. Тут опять, слушайте, Капризов, Зеграс, конечно, связка хорошо работает. Второй гол они сегодня делают. Причем Капризов уже вроде как бросает, но тут резко Зеграс подключается. Забивает этот вантаймер. Йоканин. Ну, слушай, Фокс. Классная карточка, но не пройти вообще его. Вот Фокс, смотрите. Что-то огрызается так. Искусственный интеллект огрызается. Зеграс убежал. Не очень убежал. Какой-то нервно, да, играет так. Ай! Демка на месте. Ну, душит нормально. Режим бога включил, включили, конечно, мне тут ничего не сделать. А тут Ник Сузуки не забил, а хотя он обычно кладет такие. Хороший пас от Мэтьюса был. Так, пока надо, мне нужно плюс 5 выигрывать, помните, да, чтобы... Ну что же вы Сузуки-то так на пятак пустили? Слушайте, наверное, правда, компьютер неплохой, потому что поэтому Йоханин так не выделяется сразу особо. Много силовых, ничего не дает сделать. Давайте составку посмотрим, с кем мы вообще играем. Труба, Дебрикант, Келя, Бен. Вот так играешь, как будто с 88-ми, а смотришь какие-то... Бомж-пакет тоже, набор такой слабенький. Хотя 87 уровень, за счет чего? А, ну за счет Васи, что ли, они... Да, ну понятно. Вратарская линия, типа, самая сильная.
Так, Хал сам побежит. И прочитали. Прочитали передачу мою наперед. Так, опять у меня четвертое звено, но зачем? Хороший бросок Карсона, я потом решил щелкнуть. 5 Оли Йокинен, 5-1 счет, но нужен мне еще один гол, чтобы было плюс 5. Это обязательно. Потом призы будут. Не попаду я в топ. Там 20, например, только из-за этого. Йоханин. Все вбрасывания выиграл парень. Молодец. Сразу я вот на этапе входа в зону блокирую. Блокирую. Давай пас. Там я увидел, открывался Капризов. Не, Фокс вообще не пройти сегодня. Да, Фокса не вообще не знаю, хоть раз Фокса прошли. Классной карточкой. Фокса берите 100%. Йоканин. Пока не знаю, стоит ли он 200 этих тысяч. Вот 1-0 не забил на нас. На воротах Вася. А вот сейчас Йоканин забегал. Ух ты, какой силовой от Йоканина. Ну что, с кистей бросим, дадут ему. Бросок хороший. Все, сразу вот говорю, у Йоканина бросок хороший. Вот Фокс. Так, даем шанс Мэтьюсу отличиться. Мэтьюс прямо щелкнул по центру ворот, ну так себе бросочек. А все-таки его по углам. Куда ты вообще не попал никуда? Да, и Василевский бросок видит, берет легко. Возьмем Йоканина. Все-таки он сегодня хорошо ему забивал. Василевский. Почему Василевский? Не, все нормально. Я думаю, почему форма у него Майти Даксон, потому что понятно. Да, Василевский тащит сегодня. Много вдоль ворот берет. Эти гличевые голы и щелчки. Так, покатаемся по зоне. Нет. Ах, ты не прошел на... Вот так сделаем. Укатали, укатали. Этот Сузуки у меня в команде. Я бы им до конца игры играл. Вообще шайбу не теряет. Очень цепкий игрок. И вот так укатывает соперника, конечно. Сузуки, ну просто молодчик. Оль Йоканин.
Первое звено на связи. Так, ну, 1-4, что ли, не войти в зону. А как навес? Прошел навес, но Василевский закрыл угол. Что там произошло? Ну, ребят, ну что? Я не понял, что произошло. Я только гол забил, плюс 5 вышел, уже расслабился и сразу получил. 5 забивать надо идти. Это стандартная моя комбинация против компа. Йоханин гол. Так, ну что, Хал прокатился, не Хал, а Хедман прокатился мимо шайбы. Так, у меня что, игра зависла? Все нормально. Да, 4 на 4 играем. Йоханина удалили, за то, что он бросил после свистка. Пока я в плюс 5 иду, поэтому вот так бы сохранить этот показатель. Мэйдис на первое звено передвинулся. Вот вам Кейл Макер, ближняя девятка, вратарь закрыт, поэтому я бросаю. Шайбы не видно, гол. Где шайба, видите, опять не видно. Если не видно шайба, то хороший бросок. Вы в живом хоккее. Хорошая комбинация сейчас была, но Мэтьюс не забил Василевскому в объезд ворот. А Крис Пронгер сам, наверное, пойдет. На удаление Загреса в спину толкнули. Два 4 силовых у меня. Ну, у меня всегда 30 так за игру и 40 бывает. Я через силовые играю, все. Да, даже в зоне дал встать. Жесткий какой компьютер.
Так, у нас Ник Сузуки на связи. Который не теряет шайбу и опять гол. Уверенно. Так, все, Йокунина отпустили со скамейки. Еще пару минут поиграет. Очень мне карточка Фокса понравилась, 86-я. Еще раз обращаю ваше внимание, она вам поможет. Прямо будете удивлены. Мне, конечно, такого защитника, такого уровня я еще не видел. Лучший пока в игре. Я вот так скажу. Пока вот именно лучший. Лучший Хедмана, X-Factor, Макара. Ну, для меня. Так, очень хочу бросить. Разыграли, вывели на бросок мы Йоконина. Хал убежал, забил гол. Ну все, 11 или 10-2. Нормально сыграл матч. Были сначала проблемы, потом... Я заметил, что в конце каждого матча вот так вот я по 4 гола в итоге забиваю финальных, и как будто бы не было проблем. А вспомните, как начиналось все. Пока на стринг. Остин Мэттис. Спецособенность. Ну все. Больше не успел не бросить, не забить. Так, ну, давайте выводы сделаем некоторые. Мы тестили сегодня Йокинина и Фокса. Йокинина еще и поиграю. Но мне он в целом такой цепкий. Медленный, но цепкий. Я бы ему пару синергий бы включил, чтобы он чуть побыстрее был. Так, еще прошу заметить, я сегодня играл без ускорения. L3 не вдавливал. Это первое. Йокинин 2 гола забил все-таки. Как и Мэттьюс. Зеграс 2, Сузуки 2. Так, демка 0.875. И посмотрим Василевский 0.704. Ну, Василевский слабый. Все равно. Не вижу в нем. Серебряного игрока поставишь, не забить. У Адама Фокса... Все отлично. Вот сразу вот то, что карточка проходит дальше в команду Адам Фокс. Все остальное можно еще подумать. Все, ребят, спасибо за просмотр. Потестили для вас Йокинина и Фокса. Все, увидимся на хоккейной площадке. Пока-пока.